цветочек. Это надо выбрать, что ли, кем стать? Серьезно, однако, дело. О, надо выбрать такое, над чем смеяться не будут. Вот ученый. Серьезнейшая профессия. Это вам не хихоньки, это и нам не хахоньки. Врачом. Ведь главное, чтоб надо мной не смеялись. А тут хихикнул, и на тебе уборчик. А еще лучше учитель. Захихикал — двойку, захохотал — родителей в школу. Черной полосой порой. Но знай, что есть в тебе талант. Талант, скорее для всех его открой. Скрытый талант, лучший талант твой. Ведь чувство юмора не зря. Откровенно говоря, нельзя прожить без смеха все равно. Что это похоже? Пока я ни на что не гожусь.
котики попрятались. Начнем расследование. 1, 2, 3, 4, 5. Буду мультики искать. Микрофон в строке нажму. Маша и медведь скажу. Вот как все просто.